официальный партнер чемпионата, торговая марка «Умбра». Жатсон. Передача на Брандао. Брандао вдоль ворот на Гладкова. На опережение Папи Диакате сыграл. Пятов кулаками выбивает мяч. Бадрелька Дури подхватил и пытался пробить с лету. Мяч стоит у «Динамо». Удар под очень острым углом от Тиберио Гиана. И мяч попадает в сетку с обратной стороны. Болельщиков, конечно же, по такой погоде минимальное количество пришло на эту игру. Безусловно, был бы аншлаг, если бы не первый снег. Олег Лужный второй матч на посту главного тренера «Динамо» проводит, пусть и с приставкой ИО. Пауза, конечно же, во вред всем футболистам идет. Минус 4 примерно на момент начала матча. Гладкий на Жатсона. Жатсон на Брандао. Выход один на один не получается. Мяч легко забирает Шавковский. Две семерки. Допилка, передача в штрафную площадь. Быстро штрафную разыграли футболисты «Динамо». И мяч попадает в перекладину после навеса с правого фланга. Мяч свалился у допилки, но так свалился, что угодил в каркас ворот. Вот еще раз смотрите это на повторе. Мяч попадает в перекладину ворот пятого. Снова Сорна и Гюаны слеснулись на фланге. Снова Сорна выиграл эпизод. Но в итоге мяч потерял. Гюаны. Бангура сместился на фланг. Пасует на Ринкона. Ринкон уже в штрафной. Пас на Гусева. Удар по воротам. Пятов в игре. Опаснейший момент. Ворот пятого создает киевская «Динамо». Но Гусев не сумел пробить Андрея Пятова. Еще раз смотрим. Сверхопасный голевой момент. Ворот «Шахтера». Пятов спасает Горняков. Продолжают атаковать киевляне. Дуляй на правый фланг. Сорна. Обыграл Гюане. Подача в штрафную площадь. Шавковский на выходе забирает мяч. Подача, опасная подача. Но Горняки выбивают мяч, справляются с эпизодом. Кадури. Пас в штрафную площадь. Ринкон едва не зацепился за мяч. Поворотом. Пас в штрафную. Положения вне игры не было. Можно было играть. Бьет на чужую половину, на Гладкова. Гладкий сбрасывает на Брандао. Ващук его опережает. Сорна поборолся и выиграл мяч. По штрафную прямо в руки Александру Шавковскому. Порыв ветра заставил развернуться Шавковского перед тем, как выбить мяч в поле. Корея. Допилка в центр на Тиберию Гюане. Гюане обыграл Дуляя. Ринкон. Ринкон, пас на Бангуру. Удар по воротам. И мяч в сетке ворот «Шахтера». 1-0 под занавес первого тайма. «Динамо» проводит разящую атаку и открывает счет в этом матче. Исмаэль Бангура выводит киевское «Динамо» вперед. «Динамо» впереди. Александр Шавковский начал эту атаку. Очень здорово сыграл Тиберио Гюане. Развернувший эту самую голевую атаку. Ну и наконечником выступил Исмаэль Бангура. Голевое содействие ему оказал Диого Ринкон. Провал в центре обороны завершился голом ворота «Шахтера».
Исмаэль Бангура открывает счет в матче. Без шансов для пятого. Пробил гвинеец. Две минуты компенсирует Клаус Буларсен к основному времени тайма. Хюкшман. Рац. Были моменты, немногочисленные моменты были и у ворот пятого, и у ворот Шавковского. Но самый опасный момент завершился голом. Про второй с 37 пунктами, а металлист вышел на третье место. 33 очка в активе команды Мирона Маркевича после сегодняшней победы в Ахтырке над местным нефтяником. Левандовский в игре. Поменял он Игоря Дуляя. Второй тайм стартовал. Клаус Буларсен дал свисток о его начале. Переводит на противоположный фланг. Рац. Пасует штрафную. Разван Рац. Брандау сбрасывает на Гладкого. Гладкий на газоне. И Клаус Буларсен показывает на 11-метровую отметку. Александр Гладкий зарабатывает пенальти. Но мы видели лишь конечную фазу этого момента. Олег Допилко свалил на Гладком. Пенальти в отсутствие Кристиана Лукарелли берется выполнять Жадсон. Жадсон против Шавковского. Без шансов для Александра Шавковского пробивает Жадсон и сравнивает счет в этом матче. В самом дебюте второго тайма счет становится снова равным. Правда, теперь 1-1. Гладкий заработал пенальти. И Жадсон безукоризненно его исполнил. Мы еще раз видим фрагмент нарушения. И 11-метровый от Жадсона. Будет выполнять. Подача в штрафную. Удар Гавранчича принимает на себя защитник Шахтера. Кабдури. Бьет с левой, бьет издали, но Брандау выиграл воздух, сбрасывал на Гладкого, но не точно. Гусев играет на Бангуру. Бангура обыгрывает Езерского, выходит один на один и забивает второй мяч ворота пятого. 2-1 и дубль оформляет Исмаэль Бангура. Ошибся Владимир Езерский, не удержал он Бангуру. За что и был наказан донецкий Шахтер. Снова в самый угол пробил гвинеец Бангура. И снова Динамо впереди. 2-1. Несмотря на капризы погоды, уже 3 мяча. А второй тайм начался 7,5 минут назад. 3 мяча забиты уже в поединке «Динамо» и «Шахтеры». Еще раз наслаждаемся голом Бангурой. Очень четко. Бангура бьет в самый угол, и мяч от штанги влетает в ворота пятого. Не самую лучшую позицию выбрал и Андрей Пятов в этом эпизоде. Динамо снова идет вперед. Ринкон на левом фланге. Большими силами киевляне пошли в атаку. Корея подает прямо в руки Пятову. Газон.
стойка ворот выручает «Динамо». Очень опасный розыгрыш углового удара в исполнении «Шахтера». Но родные стенки, родная стойка в данном случае помогает «Динамо». Еще раз смотрим. Опаснейший эпизод. Подача. Удар по воротам. В поле появится Артем Милевский под 25-м номером. Второго нападающего выпускает Олег Лужный. Гусев неплохо смотрелся сегодня. Его снимает с игры Олег Лужный. И при счете 2-1 выпускает второго форварда. Вместо Томаша Хюкшмана, опорного полузащитника, на поле появится Кристиано Лукарелли у «Шахтера». Ринкон играет на Милевского. Первое касание Артема Милевского. Милевский с большим желанием вошел в игру. Подача Корея с угла поля. Нинкович. Удар по воротам. Нинкович на Милевского. Милевский один. Удар по воротам. Чигринский блокирует удар Милевского. К такому покрытию Вильян. Контратака динамовцев. Бангура играет на левый фланг на Бадра Эль-Каддури. Каддури, подача в штрафную. Очень опасная подача на Карлоса Корея. До этого все стандарты выполнял Карлос Корея. Пятого ошибается на выходе. Но Изерский исправляет эту ошибку и выбивает мяч за боковую линию. Милевский. Милевский против Чигринского. Назад на допилку. Допилка. Запускает свечу в штрафную площадь пятого. Снова неуверенно играет голкипер «Шахтера» Бангура. У динамовцев есть еще одна замена. Но Каддури готов продолжить матч. Ушел от Гюаны Вильян. Теперь против него Нинкович. Прострел вдоль ворот. Удар. Принимает на себя оборона. Гюаны. Против Сырны. Гюана уходит от Сырны. Пятером против троих защитников идут динамовцы. Бангура. Гюана. Бьет по воротам. Андрей пятого на месте. Милевский отрабатывает в обороне. Заставляет сфалить Развана Раца. Угловой с правого фланга Вильян выполняет. Подача в центр штрафной. До удара дело доходит. А теперь контратака «Динамо». Бангура. Выход один на один. Удар по воротам. И в этот раз мяч попадает в стойку. И идет мимо ворот. Достанет ли мяч Лукарелли? Достал. Все, киевская «Динамо» выигрывает и возвращает себе третью строчку в турнирной таблице. Набирает 33 очко. 33 очка теперь в активе «Динамо». Первую победу свою одерживает Олег Лужный. Ну и эта победа является 10-й для киевского «Динамо» над «Шахтером» в чемпионатах Украины. Ну а горняки терпят свое второе поражение в этом чемпионате и снова на выезде.